обязательно, потому что мы сейчас выезжаем на тренировку уже, а на улице снег. Не знаю, видно вам или нет, вам не видно. Он такой мелкий, но снег. 2 градуса или 3, холодно. Максимально боевые условия. Так, ну что, сегодня тренировочный день подошел к концу. Все нормально, потренировались, покатались. Машины себя отлично чувствуют. Парни все молодцы. Саня, Кирюха, Вован. И, конечно, Гроза. Она прям сегодня молодцы. Все прекрасно. Я под вечер уже раскатался. Блин, как первый раз, ребят, честное слово. То есть просто мозг и руки вообще не слушаются пока. Но, тем не менее... Руки помнят, поэтому сегодня покатались, в принципе, хорошо. Готовимся завтра к квалификации, завтра разминка и квалификация. Очень надеюсь, что погода будет сухая, потому что сегодня целый день попытался снежок пойти, но в целом было хорошо. Поэтому готовимся к дымной, сухой, крутой квалификации. Вот, всем большое спасибо. Мы готовы.